будем смотреть, как стартанет этот матч. Ну и, пожалуйста, первое же владение. У штрафных 14 отправляется сейчас. Посмотрим. С линии отлично. Первый уверенно, более чем так. Ударил два раза. И Иван отправил в кольцо. Ну вот, сейчас такая. Две атаки с тяжелыми бросками. Что у тех, что у других. Снова дальний постучал по счет. Никулин. Хорошо сейчас очень. Этим степ-бэком, остановкой резкой. И по 22-м Рыкунов Ян. Выходит. Из 2-2. Скорин неточным оказался он от Никулина. Ну и Сергеев снова смотрит, кому чего отдавать. Хороший первый широкий шаг у него такой отличный прям. Сергеев, кстати, отправляется у Индианы пока отдохнуть. Марголин на площадку вернулся. И Попков также с ним на площадке. Ну, в итоге усложняет бросок для 40-го. Никулин снова всю площадку протащил. Сходит, стягивает постоянно на себя всю пятерку Индиан. Чуть-чуть не случилась потеря для Индиан. Но, тем не менее, Попков сам врывается. И треха от Марголина залетает. На 2 за Скориным. Индиан сохраняет владение. Ну, Марголин с мячом. Скорин, ну, такой обозначил показ. Очень здорово сейчас. Может из 4 в 6 превратиться. Как раз таки Шапира перехватывает. Но чуть не потерял на дрибле. Не промахиваться. И можно раз за разом наказывать. Остановить его, конечно, крайне сложно. Попков, по-моему, там персональное замечание получил. Никулин забивает свой первый штрафной. И второй туда же. Чичев потерю совершает. И Маргов с мячом находит через всю площадку, ну, так, через половину площадки. Кажется, для него в итоге не забил в этом проходе. Марголин опять заряжает треху и опять попадает. Сергеев с мячом смотрит, что там партнеры в нападении придут. Попков чуть-чуть повыше штрафа получает. И из угла третья треха. Буданов заряжает тоже попытку ответной. Не заходит. Дальний оскок забирает Дэвидсон. И не ждал Никулин этой передачи от Лукина, тем не менее. Это не Никулин. Сергеев с мячом проходит там... Сквозь руки прорывается. Марго сам залетает 27-й. По ощущениям, по игре, вот все близко, все где-то рядом. А на самом деле Индиана в десяточку ушла. И с фолом. Даже до кольца мяч не долетает. Все сгорело, как бы сказал Артем. И в переднюю дужку. Пожалуй, Сергей. В какой-то момент подловить. И выбивает мяч на движении. Буданов из угла треху заряжает и попадает. Сергеев тем временем движение у Индианы. Тут информация инсайдерская о том, что Мита. Тем временем Никулин с мячом у нас. Пытается сейчас продавить в лицевую. Скидка неплохая. Буданов продолжает набирать. И это отличный шанс. Отличный шанс для игроков Дэвидсона. Еще больше сократить дистанцию. Никулин врывается из-под кольца, заталкивает. Ну, оказался. Сергеев снова просит расстановку. Марголин, 27-й, самый результативный игрок сейчас в команде. Забивает. Да, хорошо Буданов в защите тут закрыл. В лицевую не забивает Индиана, но там на месте Шапира. Разгоняет, сам будет до конца тащить. Нет, Шапира притормозил все это движение. Пытается с другой стороны найти варианты. Сделал эту передачу.
Марголин, треха через руку с мячом. Лукин пытается сразу врываться в зону. Там на дриблинге его обокрали. Сергеев, хорошая передача. И накрывает Никулин. Из игры Сергеев тем временем останавливает дриблинг. Никулин сразу к нему прилипает. Шапира в краске развернулся. И Буданов там сам треху зарядить. Ну, в этот раз не зашло. Тем не менее, Соколов там зацепился. Сергеева находит передачу. Здорово все делает сейчас Индиана. Очень классно раскидали это. У Дэвидсона по периметру, по лицевой. Но мячик в итоге возвращается на треху. Хорошо сейчас большой Буданов, прошу прощения. Шапир в итоге. Попков. Такая неплохо. Ой-ой-ой, какая передача отличная. Сейчас вышла у Рукунова. Скорин все были. Но фол выписали 27-му. Ну а Никулин первый штрафной промахивается. Второй. Видите, через руку этот бросок получается. Никулин чуть-чуть не поймал сейчас на ногах. Мог бы. Неточным оказывается. 7 секунд. Будет пытаться бросать третий. Кто же бросит? Скорин решается. И завалил. На нем форма. Там на нем форма другая, его уже нельзя спускать. Никулин. Никулин тем временем первый штрафной не забил. Второй. Вот в лицевую. Это лишняя скидка была. Тем не менее, Шапира подобрал. Марголин всех тут обманул. Начали смещаться игроки. Отправляет штрафной. Опять точно. Никулин. Все в порядке у него с этим элементом. Из двух. Два. Ну и поехали, Индиана снова в атаке. Хороший очень разворот. Очень похоже, что это чисто. Все было чисто там. Сафонов против Соколова врывается. Но в этот раз свисток будет. Очень-очень симпатично моментами смотрится Дэвидсон. Но, к сожалению, кроется. Отличная там борьба за мяч. И снова Сафонов, снова летит. Но Соколов уж очень без... Опять Марголин. Ну, тут Большов успевает, в принципе, к нему выйти на ногах. Заслон от Шапира. И потеря. Передача как раз-таки Шапира отправлял. И вколачивает этот мяч. Сергеев снова с мячом. Шапира, Буданов там пытается из подмышечки этот мячик подвыбить, не получилось. В раундах очень долго все это происходит. Не знаю, опять-таки свистка нет, но не мне судить. Ладно, Сафонов тем временем от кольца до кольца забил.